Игры со зрителем, бои подушками и массовое поедание варенья в конце. Вот такой спектакль придумала для детей Юлия Пересильд. Кстати, велосипед, хоть и трехколесный, довольно сложно управляемый. Сегодня на нем будет ездить Ирина Купченко, а 1 июня Ингеборга Дапкунайте. День защиты детей стихотворение сыграют в 10-й раз на сцене Театра наций. Спектакль переезжает с площадки на площадку, к нему присоединяются новые звездные артисты. Неизменно одно – маленькие зрители каждый раз остаются в абсолютном восторге. Дети очень неожиданно реагируют на стихи, на наши истории и на песни. Я помню, что на стихотворении «Укатился апельсин», когда возник вопрос, куда же он делся, кто-то из зала, маленькая девочка, выкрикнула: «Его съела акула!» И вот так интересно, вот почему такая логика, почему именно акула? И мы смеялись потом за кулисами, долго это обсуждали. Сын ходит с удовольствием, уже раз 3 или 4 был. И тоже я когда могу сказать первую строчку стихотворения любого, он дальше повторится следующим. Все артисты играют в стихотворение бесплатно, а вырученные деньги перечисляются в благотворительный фонд в помощь больным детям. Сходив на этот спектакль со своим ребенком, вы не только сделаете доброе дело, но и познакомитесь с современной детской поэзией. Это новые авторы. Совершенно замечательные, которые достойны того, чтобы в детских садах и школах знали не только Маршака, ну и же с ними, и Барто, которых мы, конечно, обожаем, но и читали новые стихи. Ну, сами понимаете, мама дома, мамы нет, мама вышла в интернет. Это смешно, мы понимаем, про что они говорят, а про пионерские галстуки, ну не все мы понимаем уже, про что это, хотя это наша история. Итак, ближайший показ 1 июня в час дня в Театре наций. Билеты от 2 до 3 тысяч рублей.